Всем мурмяу, мои котятки, с вами Флаффи Китти, и я продолжаю снимать видео по игре FarmCraft 2 «Глобальный овощной кризис». Давайте приступим к делу и посмотрим, какие задания нас ждут на этот раз. Всем приятного просмотра! Старт! Итак, сегодня к нашему с вами прохождению предстоит уровень 14, который называется «Шпионские игры». Видимо, мы почувствуем на данном уровне себя как минимум Джеймсом Бондом, агентом 007. Но давайте не будем загадывать, давайте все-таки посмотрим, что же на самом деле нас с вами будет ждать. Итак, уровень 14, шпионские игры, старт! Наконец-то вечер. Чай, диван, отдых за компьютером. Марута-сан? Здравствуйте, Ико. У меня как раз к вам разговор. Не могли бы вы выйти? Я жду около вашего дома. Ико, я нашла ваш пропуск на развалинах лаборатории Чудо-огурца. Марута-сан, я скрыл от вас свою связь с Аграновичем. Это большой позор для меня. Однако поймите, я не мог признаться. Это бы подвергло его угрозе. Когда я его найду, я подвергну его не только угрозе. Уж поверьте. Марута-сан, вы не понимаете, Агранович на нашей стороне. Именно поэтому он пытался убить меня. Нет, он связался с очень опасными людьми, проник в их организацию, чтобы узнать их планы. Однако его разокрыли. Покушение в самолете было не только на вас, но и на него тоже. Откуда вы все это знаете? Это разговор не для улицы. Давайте пройдем внутрь. Дело в том, что со мной связался неизвестный мне человек. Он сказал, что обладает информацией о местонахождении Агарановича. Что за информация? Увы, он не доверяет вашему покорному слуге. Он потребовал встречи с вами, Марута-сан, сегодня ночью в парке без сопровождающих. Решил поиграть в шпиона? Пусть будет так. Поехали в парк. Ждите здесь, Ико. Хорошо, Марута-сан. Если почувствуете опасность, кричите глухарем. Я немедленно перейду к вам на помощь. Итак, что мы с вами поняли из этого комикса? Что на самом деле вот этот Марука-сан, или кто он там, Сипука, он все-таки был в лаборатории, я так понимаю, по заданию Грановича, и он утверждает, что Гранович на нашей стороне. Сейчас мы будем, вот, как говорится, представлять из себя шпионов, агентов 007. Это интересно. Давайте посмотрим, что мне нужно будет делать. Информатор должен ждать где-то тут. Осталось найти его. Дальше. Марта Агранович? Да, это я. У вас есть для меня информация? Не так громко. Нас могут подслушивать и подсматривать. Я не чувствую себя в безопасности. На юге этого парка есть трансформатор, снабжающий фонари электричеством. Выключите его, тогда мы сможем поговорить в темноте, не опасаясь посторонних глаз. Ну, я вижу трансформатор, и чё? Так. Ну, отключить рубильники. Чё, не оно, что ли? Чё за фигня? Ну, это единственное место. Больше что тут нет. Что я должна сделать? В каком-то порядке их отключить? Угу. Тут какой-то порядок все-таки. Нифига, так. Угу. Так. Угу. Готов.
теперь нам надо опять найти информатора. Так, отсюда он явно ушел. Я ни в чем не виноват. А, это вы. Извините, не узнал в темноте. У меня есть информация, которая может вас заинтересовать. К сожалению, файл с данными хранился у меня на телефоне, но пока я бегал по этому парку, телефон выпал у меня из кармана. Телефон будем искать. Попробуйте найти его, а я буду набирать свой номер, чтобы телефон в траве было видно и слышно. Телефон у меня. Опять исчез. Отлично. Можете возвращаться ко мне. Я немного поменял свое местоположение для безопасности. Угу. Этот тип настоящий параноик. Реально параноик. Абрамович, я здесь. Что это? Кто-то вызвал полицию. Нам надо поскорее убираться отсюда. Совсем близко. Неужели я попалась? Полицейская машина проехала мимо. Я так и знала, что господин информатор осторожничает зря. Да, уровень вообще, вот честно сказать, ни о чем. Пришел информатор, который ничего сказать не может. Он полный вообще псих-параноик. Он уверен, что за ним, блин, следят. Ладно. Зато мы заработали с вами трофей мобильный телефон. И у нас с вами открылся, стал доступен уровень 15, большая засуха. О, я не люблю уровни, где засуха, пустыня и растения каждые 5 секунд требуют воды. Я просто не умею на них играть. О, может, на этот раз у меня получится. Давайте начнем. Марта и Сильвия рассматривают полученные от информатора документы. Смотрите, Сильвия, это спутниковые фотографии места крушения самолета. Похоже, Аграновича занесло на другую часть моего необитаемого острова. Вот тут они с пилотом пытаются повторить мой трюк с надписью на земле. Здесь к ним добралась помощь. Однако помощь оказалась недружелюбной. На этой фотографии Аграновича похитили. Куда его отвезли, по фотографиям непонятно. Но что это? Смотрите, там еще кто-то. Судя по одежде, абориген. Нам придется расспросить этого господина. Но сначала найти его. Ваш необитаемый остров находится на краю небольшого архипелага, около южного берега Индии. А вот в этой части архипелага живет племень Янга-Мунга. Думаю, начать поиски стоит в их деревне. Деревни племени. Здравствуйте, мы разыскиваем человека. Твоя не говорит, моя. Моя занят. Твоя говорит, свост. Чем занят? Моя высиживает яйца птицы тю-тю. Яйца невкусные, птица очень вкусная. Твоя говорит, свост. Приветствую вас, уважаемый вождь. У меня есть вопрос. Я знаю, что тебе надо, девочка с красной головой. Ты разыскиваешь блестящего голового старика, которого похитили люди на железной лодке. Ты очень мудр, о, вождь. Пожалуйста, скажи, где он. Это очень важно для меня. Хорошо, но в обмен на знания ты должна помочь нашей деревне. Я тоже знаю, что тебе надо, вождь. Магараджа похитил из твоей деревни волшебный камень, дающий земле плодородие. Ты, наверное, очень любишь приключенческие фильмы. Нет, все гораздо проще. Итак, из данного комикса мы узнаем, что мы сейчас должны помочь племени в обмен на информацию, где находится Гранович. Давайте приступим. Ну, понятно, что засуха. Итак, о, вождь, какая помощь вам требуется? Наше племя очень любит есть. Вырасти нам разных вкусных овощей и фруктов.
Сделаю. Да. Да. Морковь, пшеница, помидоры, кукурузы, капусты, свеклы. У-ху-ху-ху. Так, посадим все, что можем. Опять все разбросанные деревья вообще далеко друг от друга. Да за что? Непонятно. Посмотрим, посадит ли она вот на эти вот криво поставленные мною галочки. Так, у нас уже капуста созрела. Нужно будет собрать сейчас капусту. Что делать с этими вот деревьями, я не совсем понимаю. Они все далеко находятся. О, их бы поближе. Ни леек, ничего нету. Это все сейчас подсохнет у меня. О боже. Так, еще морковь им надо. Так, давайте морковь посадим. Так, морковь посадим, тут скопаем. Ага, вот тут не скопается, наверное. Я так думаю. Ну-ка. Давай арбузяки продай. Так, продадим арбузяки. Потому что нам нужны деньги на то, чтобы все засадить. Ой. Так, копаем. Потом еще. Тут, не знаю, выкопает, нет. Где вот этот вот кактус? Ну, надеюсь, она выкопает. Выкупает. Так. Тыква у нас уже готова. Так, капусту мы с вами посадили. Кукурузу надо сажать? Да, надо посадить кукурузу, помидоры. О, дождь пошел. И темнота наступила. О, как круто все это выглядит. Выкопаем здесь вот. Ну, то есть вместо поливалок здесь будут, видимо, идти дожди, я так понимаю. Ну, это тоже хорошо. Почему бы и нет? Так, дальше. Нам еще надо посадить кукурузу, свеклу и пшеницу. Давайте сразу вскопаем грядочки. Так, пшеницу. Вот мне хватает на пшеницу денег. Сажаем ее. Так, свеклу, да, останется. И кукурузу. Значит, еще надо продать нам чего-либо, чтобы заработать монеток. Давайте морковь. С нее самое большое количество монет дают. 50 сразу. Зачем мы будем удобрять? Ладно, я надеюсь, они до конца не погибнут. Так. Снова копать будем с вами.
Давайте вот здесь скопаем рядышком. Так, нам осталось кукурузу и свеклу, да? Кукурузу. Посадим сейчас кукурузу, потом скопаем грядки под свеклу, его тоже посадим. Свеклу. Так. Грядки копаем, конечно, как попало, потому что здесь вот растут кактусы. Я не могу копать в тех местах, где растут эти кактусы. Это очень печально, потому что я бы все вот так сплошным полем бы засадила и вообще наслаждалась бы жизнью. Так, и свекла. Прикольно придумали, кстати, да? Дождь, гроза, прямо на экране такие, смотрите, разряды молнии. Круто, конечно. Так, сейчас засадим все свеклой. Потом давайте удобрим морковку. Пока она будет нам говорить, какое следующее задание нас ждет. Чтобы не стоять, разинув рот. Угу. Очень хорошие растения ты посадила, но сезон дождей скоро закончится, и они все завянут. Сделай так, чтобы поля пережили засуху. Угу. Надо колодец. Ну, то есть водонапорную штучку поставить. Систему орошения за 3000 монет. О, да, товарищи. Что я могу вам сказать? Мы в полной же находимся с вами. 3000 монет. Это очень тяжеловато будет собрать. Так, с кукурузы 25 монет, с моркови 50 монет, с помидор 25, с капусты 35. Да. 3000 монет, это же надо додуматься цену назначить. 3000 монет. Они издеваются, что ли? Да. А что делать? Деваться некуда. Три тысячи монет на одном огороде я, правда, не заработаю. Вот честное слово. Может, какой-то другой выход есть? И просто я о нем не знаю. Да. Так, пшеница сколько дает? 25. Да. Что могу вам сказать? Можно, конечно, работника нанять, но это мне надо 400 монет еще. Давайте его наймем. Заплатим. Пусть мне помогает. Вдвоем мы быстрее соберем нужную сумму. Угу.
Смотрите, уже 256 монет. Прекрасно. Провести растительную систему, да. 3000 монет чисто на грядках. Это надо было додуматься такое задание дать. Да. Еще удобрим что-нибудь. Пусть будет удобрено. Пока собирает наш человечек. Потому что мне все равно эти грядки сейчас нужно будет тоже собирать и продавать все подчистую. Куда ты пошла? Продадим арбузики, заплатим ему, чтобы не стоял. Давайте еще одному заплатим. Так, у нас деревья здесь есть. Мы бы все, конечно, поближе бы в кучку поставить. И не пришлось бы так далеко ходить. Вот как сейчас я хожу, это очень далеко. Ну ладно, они быстро ходят. Ничего страшного. Немножко походит. Ходить это полезно для здоровья. Развиваются ноги, мышцы. Поэтому пусть ходит. Давай-ка, подруга, ты у нас остановишься, удобришь морковь. Плохо себя чувствует морковь, а она приносит 50 монет. Ее надо удобрить. Капусту тоже удобрим. Хотя они собирают все, что приносит больше всего монет, в первую очередь, поэтому... Поэтому мы будем собирать все остальное. Они, видите, собирают только капусту, морковь, потому что морковь приносит 50 монет, капуста приносит 35 монет. Вот они это самое дорогое все и собирают. Дешевые вот эти все... Они овощи, фрукты не собирают. Тебе, говорит, надо, ты, говорит, их собирай.
Может, проще удобрительщика нанять, а? Дешевле, наверное, будет. Как вы думаете? Чем я постоянно трачу деньги на эти мешки с удобрением. Да? Поэтому пусть будет удобрильщик. Пусть у меня работает удобрильщик. Он будет у меня все удобрять. И, можно сказать, работа у нас будет идти бесперебойно. То есть мы постоянно будем что-то собирать и продавать. И так быстро-быстро денег заработаем. По-моему, у меня там нет столько ящиков. Сколько галочек стоит. Семьсот у нас уже монет. Видите, как хорошо, когда все работают, когда все при деле. Мы начинаем быстро зарабатывать монетки. Конечно, мы вам обоим заплатим деньги. В чем проблема? Вы не стояли на месте. У нас уже с вами монеток. 1881. Меня это радует. Платим ему денег, чтобы не стоял, потому что у нас нужно все удобрять постоянно. О, еще немножко нам осталось с вами, буквально 900 монеток. Медленно, но верно приближаемся мы к отметке 3000 монет. Что будет дальше за задание, я даже не представляю. Заработать 5000 для, я не знаю, трактора. Или для свинарника, для овчарни, или там 1500. Так, 3000 монет мы с вами заработали.
поставим растительную систему. Да-да-да, я же вам сказала, нужно будет все построить, все здания, какие только можно. Это же очевидно было. Как говорится, гадалки не ходи, было очевидно, что они это попросят. Так, давайте поставим овчарню. Накормим. Накормим овечку. Так, что еще можем поставить? Коровник можем? Нет, еще пока не можем. Надо удобрильщику еще заплатить. Чтобы не стоял на месте, открыв рот. Так, давайте-ка еще мы вскопаем. Грядочку. Еще моркови посадим, потому что не общипывают всю эту морковь. Так, коровник. Ага, поливальщика не можем нанять, потому что денежек нет. А жаль. Так, нам нужно нанять с вами поливальщика. Это вообще хоть убейся, это называется. Смотрите, все хочет пить. Все, что может, все хочет воды. Это с поливальщиком мы с вами купим. Так вот. И сейчас заработаем для него монеток. И пусть идет работать. Так, сразу же кормим всю живность. Так, сейчас накормим живность и дадим денег сборщикам, чтобы они продолжали. Собирать все. Построить свинарник и курятник у меня осталось. Угу. 700 и 600. Самые дорогие остались. И 700.
Добрельщик, ты на месте-то не стой. Удобряй. Но все очень быстро просит удобрений. Так, не забываем кормить животных. Так, 600 можно купить курятник. Накормить их. Так, и останется нам 700 монет заработать. Прелестно, скажу я вам. А чё, смысл того, что она мне молоко принесла? И куда я это молоко? Куда мне его девать? У меня даже нету такого, чтобы что-то можно было туда продать. Так, пойдемте кур накормим. Бедный поливальщик один пашет за всех. Да что ты творишь? Становитесь. Так. Кормим всех, кого можно. Так, еще немножко. Все. Что нам осталось? Свинюшек. Все, отлично. Сколько новой вкусной еды. Я очень доволен. Еда готовится слишком медленно, а наше племя не любит долго ждать. Сделай так, чтобы мясо, молоко и яйца поспевали быстрее. Улучшить, короче, надо. Не только гурман, но и обжоры. А по виду не скажешь. Обжоры, то точно ты сказала. Так, сейчас заплатим удобряльщику. Еще одному поливальщику. Кормим кур. Сразу подготовим для кур еды. Не знаю, зачем я так о них переживаю. Вот все равно, да, у меня холодильника нет, и мне не дают его, не делают доступным, чтобы я могла продавать это все. Может, потом? Поэтому, может, я не о том забочусь, о чем надо. Так, ты это продавай, все это ты правильно делаешь. Сплати ему денег, и этому денег заплати. Так, там говорят, у меня тоже что-то уже поспело, да? Так, улучшаем овчарню. Два раза улучшаем. Смотрите, как красивая стала. Какой-то мешочек, колокольчик, накрытая крыша. Прям вообще красота. Кормим хрюшку.
Берем молоко. Ой, какой-то трешак здесь творится просто. Так, что еще? 600 надо для улучшения хрюшки. Окей. Но хрюшу можем улучшить. Следующее улучшение 700 тоже монет стоит. Ясно, понятно. Так, куры не кормленные. Иди поливай, что ты останавливаешься-то, я не пойму. Вообще никто не должен останавливаться. Вот эти два бедных овощи, две свеклы, они вообще не политые, вот уже 150 лет, я не знаю. Так, заплатим денег для начала. Этому тоже заплатим денег. Пойдем кормить живность. И куры они мне приносят. Все, но это я продать не могу. Вот где грусть, тоска. Так. Поливальщик там у нас опять отогрелся один. Хрюшка. Улучшим сразу. Тоже такая красивая стала. Заборчики по краям. Ванна такая железная на ножках, в которой она что-то кушает, хрюшка. Так. Так, осталось нам улучшить с вами курятничек. Кормим хрюшек, курочек. Сразу соберем тоже для курочек еду. Так, продаем. Это денег дать, тут денег дать, и тут денег дать. Всем надо денег. Посмотри-ка, что. Так, кормим кур. Как там дела всех остальных? Яиц у меня очень много, посмотрите. Толку только от этого никакого нет.
Продать это я никуда не могу. Ой, что ты делаешь? Кормим. Овечку кормим и корову. Продаем. Продаем. Так. 600 монет для следующего улучшения. Угу, готово. Так, все улучшили мы с вами. И, конечно же, вылечить его от несварения должна я. Нет, ты и так уже очень сильно помогла нам. Пришла моя очередь помочь тебе. У-ху! Я поздравляю вас, поздравляю себя за то, что мы прошли этот уровень. Причем прошли его, обратите внимание, на золотое время. То есть время на прохождение данного уровня было выделено в 48 минут. Мы прошли за 36 минут. Это божественно. Просто божественно. Я реально думала, что я запарю этот уровень и не смогу достойно его пройти. И опять, ну там, все затянется и т.д. А тут прям слаженная работенка. Или просто я уже опыта поднабираюсь. Как бы то ни было, уровень мы миновали, заработали трофей Эхинопсис лагениформис, или, проще говоря, кактус, дорог как память и очень колюч. Прекрасно, прекрасно, что я могу сказать. Уровень 14 шпионские игры и 15 большая засуха мы с вами миновали. Следующий уровень, это 16, называется таинственный лес. Очень такое интригующее название. Но увидим мы с вами в следующем видео. А я с вами на данном этапе прощаюсь. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Не забывайте нажимать на значок колокольчика, чтобы получать уведомления обо всех видео, которые выходят на моем канале. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. А я вас всех очень-очень-очень люблю. С вами была Флэффи Китти. Смотрите только полезные и качественные видео. Всем пока-пока. Всем пока. Мяу.